Первый заместитель председателя Мособлдумы Лариса Лазутина вместе с одинцовскими единороссами проинспектировала ход капитального ремонта дорожного полотна на улице маршала Бирюзова. Проверка прошла в рамках реализации проектов «Безопасные дороги» и «Городская среда», а также контроля исполнения программы наказов избирателей «Подмосковье. Территория перемен». Перечень наказов был сформирован на основании народной программы партии. На объекте задействовано 10 единиц техники и 15 дорожных рабочих. На время работ для безопасности пешеходов было предусмотрено 3 временных перехода. Как отметили депутаты, дорожно-ремонтные работы ведутся в соответствии с графиком. Необходимые нормы соблюдаются.